Так, приехали на смотровую Тарбагатайская земля. Ого. Так, дальше что у нас идет? Это гора Спящий Лев. Природный памятник. Стой место для буддистов и шаманистов. Тропинка наверх. Переночевали здесь, в Маракеш. В принципе, довольно хорошая гостиница. Сотрудница тоже хорошая, такая приветливая. Так, видели, как припарковались. Там везде забито. Самая большая голова Ленина. Впечатление насчет площади Ленина. Все чисто, убрано. Находимся в магазине. Здесь, ну, всякие сувенирчики. Вот, смотрите. По всей тропе идут такие точки, как мы сами додумались, это обозначение на край лестницы.
воды. Просто все ступеньки они темного цвета, и белые точки они дают распознать, где начинается следующий. Информация такая интересная вот, насчет вот, валуна черепаха. Вот можете прочитать. Байкал превратил своего сына в березу, а его верных друзей в мудрую черепаху и веселого ребенка в каменной глыбе. А в 1917 году неизвестные срубили священное дерево. Мне кажется, кто-то из компании срубил это дерево, чтобы подкинуть дрова в этом костер. Есть такая интересная локация, называется Кавань. Приехали пообедать, будем пробовать местную кухню. Сейчас будет обзор на бурятскую национальную кухню. А вот внутри такая обстановка. Вот такие. Там мероприятия. Да. Меню. Сейчас откроем, посмотрим. Язык говяжий. Обед богатура. 40 минут. Буду 4 штуки. Вот она, она была голубая, это? Да-да. Блин, сперва не надо. Сперва. Что внутри у нас юрта? Мясо. Ага. Смотри. Вкусное мясо. Вверх, сайда.
Я серый волк. Что это? Мясо ребра. Выехали из Улан-Удэ, дальше едем по своему маршруту. Вот уже на обратном пути мы заехали в село Десятниково. Это село известно тем, что она входит в списки самых лучших деревень. Я хочу вот показать несколько кадров. Вот улица, вот все дома, они разного цвета, но конструкция вся старорусская. Ставни такие красивые, все дальше я буду показывать. И есть такая игровая площадка, Ромашка. В каком она виде, смотрите. Мне кажется, в этой деревне кроме стариков никого нет. Вся молодежь уехала в большие города. Ну и внуки уехали, а старики не хотят уезжать. Сейчас дальше буду показывать видео. Получается почерк мастера. Вот там вот здесь старый. Смотрите. Красивые дома. Население сколько здесь? А? Население? Не знаете, да? Молодежи нету, да? Молодежь все уезжают. Уезжают? А все же с этого коронавируса 2 года. Кто сколько? Вы ушли, а что разъехались? Я там детскую площадку видел. Маленькая, старенькая. Ромашка называется. Нет, она не ранняя. Она года 3 года. Нет. Нет, а... Я смотрю, детей мало, все старики. Нету, молодежи нет. Чем скотоводство? Нету, да? Уехали. Чем занимаетесь? Скотоводство, овощеводство? И кота тоже маленько. Есть. И барсуководство, да? Ученый, блядин, от меня взять привозят в дворах. Читаю снова Сибирска. А-а-а. Вот в Москве, это, с севера Байкальска.